Космический телескоп Джеймс Уэбб – крупнейший оптический телескоп в космосе. На его постройку ушли рекордные 30 лет и 10 миллиардов долларов. Несмотря на то, что он работает всего около года, он уже регулярно получает захватывающие дух изображения. Но главная цель, которую ставили перед собой его создатели, была, конечно же, не просто получение впечатляющих фоток, а формирование данных, которые должны были бы подтвердить теорию Большого Взрыва. Однако сразу после того, как он начал передавать данные на Землю, стали появляться статьи, в которых говорится, что его открытия не подтверждают, а напротив, противоречат модели Большого Взрыва. В частности, одна статья под названием «Большого взрыва никогда не было» Эрика Лернера стала особенно популярной в социальных сетях. Лернер делает ряд весьма провокационных заявлений о том, что новые данные вызывают панику у теоретиков Большого взрыва и что существование определенных недавно изученных галактик свидетельствует о том, что Большого взрыва не было. Так что же на самом деле происходит? Что это за новые открытия? Опровергают ли они модель Большого Взрыва? И действительно ли его сторонники обескуражены тем, что показал телескоп Джеймс Уэбб? Некоторые концепции в астрономии существуют с древних времен. Другие появились совсем недавно. Например, представление о том, что за пределами нашего Млечного Пути существуют другие подобные галактики, возникло лишь около 100 лет назад. Всего несколько галактик видны невооруженным глазом, и даже при взгляде на одну из них в телескоп мы увидим лишь слабое пятно. Таким образом, даже в 20 веке большинство астрономов считали эти объекты просто газовыми облаками внутри Млечного Пути. Считалось, что наша галактика была единственной. В 1920-х годах Эдвин Хаббл показал, что галактика Андромеды должна находиться за пределами Млечного Пути. Со временем все больше и больше астрономов признавали, что эти острова во Вселенной были внегалактическими, то есть за пределами нашей собственной галактики. Астрономы знали, что галактики бывают самых разных форм. Уже в середине 20-х годов Хаббл начал классифицировать галактики в соответствии со схемой, которая теперь называется последовательность Хаббла. По этой классификации есть эллиптические, спиральные и неправильные галактики. Эллиптические галактики представлены в левой части. Они большие и круглые, варьируются от сферических до яйцевидных. Спиральные галактики, представленные в правой части диаграммы, имеют плоскую дискообразную форму со спиральными рукавами и центральными выпуклостями. Некоторые из них представляют собой спирали с перемычкой, каждая из которых имеет перемычку между выпуклостью и рукавами. Кстати говоря, наш Млечный Путь считается спиралью с перемычкой. Некоторые астрономы также считают линзообразные галактики отдельной категорией. Они находятся в середине последовательности, у них есть большие выпуклости и уплощенные формы диска, но нет спиральных рукавов. Ну и наконец, неправильные галактики. Это те, которые не вписываются в другие категории. Они имеют тенденцию быть асимметричными и, как следует из названия, довольно неправильной формы. Теперь, зная эти базовые разновидности, мы готовы двигаться дальше. Может показаться, что последовательность Хаббла показывает развитие во времени, и по мнению светских астрономов, это указывает на то, что галактики якобы эволюционируют из форм, показанных слева, в формы, показанные справа. Но это неправильно, и сам Хаббл заметил, что это не так. Сегодня большинство астрономов-эволюционистов на самом деле считают, что первыми образовались маленькие неправильные галактики, затем они слились, образовав дисковые галактики, а потом со временем дисковые галактики слились и объединились в эллиптические. Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что этот процесс якобы был результатом Большого Взрыва. На самом же деле звезды и галактики должны были сформироваться позже. Следовательно, если общая история Большого Взрыва верна, то когда Вселенная только сформировалась, галактик не существовало, и это должно было продолжаться довольно долго. Чуть позже мы коснемся этого подробнее. Затем была эпоха, когда галактики только начинали формироваться, и со временем они превратились в такие галактики, которые мы видим сегодня. Поэтому, если бы мы каким-то образом могли заглянуть назад во времени, то на протяжении большей части истории космоса мы видели бы такие же зрелые галактики, как и сегодня. Но если бы мы продолжали заглядывать все дальше и дальше в прошлое, то мы бы в конце концов увидели ту эпоху, когда формировались самые первые галактики.
Другими словами, если бы модель Большого Взрыва была верна, если бы мы могли заглянуть достаточно далеко в прошлое, мы увидели бы Вселенную, в которой доминируют незрелые галактики, которые по сегодняшним меркам выглядели бы странными и неправильными. По мере совершенствования телескопов мы действительно можем заглядывать в космос все глубже и глубже. С точки зрения Большого Взрыва это означало бы, что мы, по сути, оглядываемся назад во времени. Вот, например, известная фотография под названием «Экстремальное глубокое поле Хаббла». Галактики на этом фото находятся так далеко от нас, что мы наблюдаем их такими, какими они были 13,2 миллиарда лет назад. Другими словами, излученному ими свету потребовалось 13,2 миллиарда лет, чтобы добраться до наших дней. Исходя из логики астрономов-эволюционистов, по мере того, как мы заглядываем все дальше и дальше в космос, и таким образом все дальше и дальше вглубь космической истории, мы должны обнаруживать все больше и больше неправильных галактик. В течение многих лет это, казалось бы, соответствовало ожиданиям ученых-эволюционистов. Однако, как выяснилось, все оказалось не так гладко. За прошедшие годы ученые-астрономы разработали пространные модели того, как галактики будут формироваться и развиваться с течением времени. К началу 2000-х стало понятно, что для формирования галактик потребуется от 3 до 6 миллиардов лет. Следовательно, если модель Большого Взрыва верна, и наши телескопы могли бы заглянуть достаточно глубоко в космос, то стало бы возможно увидеть свет от самых ранних галактик. Другими словами, мы должны были бы увидеть эти галактики такими, какими они были, когда только формировались. Но чтобы увидеть это, как глубоко мы должны заглянуть? Согласно модели Большого Взрыва, Вселенной почти 14 миллиардов лет. Итак, если бы мы могли наблюдать галактики на расстоянии, которое представляет собой взгляд в прошлое на 8-11 миллиардов лет, то мы увидели бы Вселенную такой, какой она была, когда ей было всего 3-6 миллиардов лет. Это непросто, но вполне по силам современному оборудованию, и к началу 2000-х астрономы уже регулярно наблюдали за объектами на таких расстояниях. Но обозревали ли астрономы Вселенную, где галактики только начинали формироваться? Нет. Вместо этого, по мере того, как астрономы смотрели все дальше и дальше вглубь космоса, на этих умопомрачительных расстояниях им по-прежнему были видны лишь массивные зрелые галактики, которых, согласно светским моделям, быть не должно, так как, исходя из тех же моделей, для формирования этих галактик попросту не хватило бы времени. Но тем не менее, они существуют. Еще в 2004 году было опубликовано исследование Gemini Deep Survey, в котором британский астроном Карл Глазебрук, известный своими работами по формированию галактик, прокомментировал. «Мы рассчитывали обнаружить нулевое количество массивных галактик после примерно 9 миллиардов лет назад, потому что теоретические модели предсказывают, что массивные галактики формируются в самую последнюю очередь. Вместо этого мы нашли высокоразвитые галактики, которых просто не должно было быть, но они есть». В исследовании 2005 года использовался космический телескоп Спицер, и астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Цяшен Хуан так писал о результатах. «Мы обнаруживаем галактики, которые никогда не ожидали найти, обладающие широким спектром свойств, которые мы никогда не ожидали увидеть». Астроном из обсерватории Карнеги Ив Лаббе добавил. «Мы действительно поражены. Это самые ранние и самые старые галактики, обнаруженные на сегодняшний день. Их существование не было предсказано теорией». Хотелось бы кое-что подчеркнуть. Согласно моделям теории Большого Взрыва, массивные галактики не должны были существовать более 9 миллиардов лет назад. Это всего примерно через 5 миллиардов лет после предполагаемого Большого Взрыва, а для формирования галактик потребуется около 6 миллиардов лет. Однако массивные галактики находили и на большем расстоянии. Но несмотря на все это, было и одно утешение для ученых-эволюционистов. Как мы уже упоминали ранее, на этих расстояниях было обнаружено большинство неправильных галактик. Таким образом, несмотря на то, что там не должно быть массивных галактик, по крайней мере, наличие большого количества неправильных галактик вполне соответствовало ожиданиям приверженцев теории Большого Взрыва. Но затем, в конце 2021 года, был запущен космический телескоп Джеймса Уэбба, и все изменилось.
Общий диаметр зеркала телескопа James Webb – 6,5 метра. Это дает телескопу площадь сбора света примерно в 5,6 раза больше, чем у зеркала телескопа Хаббл диаметром в 2,4 метра с площадью собирающей поверхности более 25 метров квадратных против 4,5 у Хаббла. Короче говоря, его оптика реально в разы мощнее. Некоторые из первых задач Уэбба заключались в наблюдении за объектами и областями, которые уже были изображены ранее. Вот пример. Изображение слева было получено космическим телескопом Хаббл, а изображение справа – Джеймсом Уэббом. Очевидно, что Уэбб дает превосходные результаты. Обратите внимание, что телескоп James Webb не только дает больше деталей, но и показывает объекты, которые раньше вообще не были видны. Оказывается, многие из этих регионов содержат намного больше галактик, чем было известно ранее. Они были слишком тусклыми, чтобы их можно было увидеть в другие телескопы, но Уэбб их видит. И львиная доля из этих недавно открытых галактик не являются неправильными. Это дисковые галактики. Кроме того, некоторые из галактик, которые ранее считались неправильными, теперь из-за более качественных изображений оказались дисковыми. Например, согласно исследованию изученной до этого области, в ней оказалось в 10 раз больше дисковых галактик, чем считалось ранее. Около половины наблюдаемых галактик представляют собой диски. Помните, что ранее считалось, что именно неправильные галактики преобладают на таких расстояниях. Эти области должны были свидетельствовать о ранних стадиях формирования галактик. Но Уэбб показал, что это представление ошибочно. Теперь мы знаем, что в этих областях находится множество уже зрелых галактик, даже если мы заглянем, согласно светской точки зрения, далеко назад во времени, намного раньше того времени, когда существование галактик считалось возможным. Итак, мы видим, что изображения Уэбба уже изученных регионов опровергают идеи теории Большого Взрыва. И в дополнение к этому, чтобы заглянуть еще глубже в космос, чем на это способны другие телескопы, телескоп имени Джеймса Уэбба был спроектирован для работы в инфракрасном диапазоне. Потому что более удаленные объекты имеют более высокое красное смещение, а значит, спектр их изображения будет смещен из видимого диапазона в инфракрасный. Поэтому Уэбб был специально разработан для наблюдения за объектами с большим красным смещением. Таким образом, с точки зрения астрономов, Уэбб может видеть объекты такими, какими они были гораздо ближе во времени к предполагаемому Большому Взрыву. Учитывая данное обстоятельство, возникает закономерный вопрос. Производя наблюдения за самыми удаленными регионами, которые ранее были недоступны, удалось ли Уэббу выявить ту стадию Вселенной, когда она была полна незрелых, еще формирующихся галактик, которых и ожидали светские космологи? Нет. На самых глубоких изображениях Уэбба все еще видны зрелые массивные галактики. Другими словами, даже на самом раннем этапе космической истории уже существовали зрелые галактики. Насколько рано? В настоящее время сообщается о зрелых галактиках, которые, согласно светским моделям, сформировались всего через 230 миллионов лет после Большого Взрыва. При том, что всего несколько лет назад астрономы полагали, что для формирования галактик потребуется не менее 3, а возможно и до 6 миллиардов лет. Теперь им предстоит разобраться с наблюдениями Уэбба за галактиками, которые, согласно их мировоззрению, уже существовали всего через 250 миллиарда лет после Большого Взрыва. А это только 8% от 3 миллиардов. Иначе говоря, Уэбб показывает галактики, которые со светской точки зрения уже существовали более чем за 2,75 миллиарда лет до того, как они должны были появиться. Просто тотальная несостыковка. И хотя с эволюционной позиции это шокирующе рано, на самом деле проблема еще хуже. В то время эти галактики не просто начали формироваться, а уже образовались. Это означает, что фактический процесс формирования должен был произойти намного раньше. Дальнейшие исследования обнаружили множество других несоответствий с предсказаниями эволюционной космологии. Приведем лишь несколько из них, которые доступны для понимания даже неподкованному в этой сфере зрителю. Обнаружены свидетельства существования еще более крупного образования. Некоторые из галактик имеют приблизительно одинаковое красное смещение, что указывает на то, что они представляют собой связанную группу галактик.
Имитационные модели предсказывают, что эта структура не может возникнуть сразу, потому что для ее формирования требуется время, но на этих изображениях она уже полностью сформированная. Многие из далеких галактик довольно яркие. Некоторые из них сопоставимы или даже ярче нашей галактики Млечный Путь, а значит, они не менее зрелые, чем наша галактика. Многие из обнаруженных галактик довольно плотные. Как отмечается в этом исследовании, в некоторых регионах плотность звездной массы на 3 порядка выше ожидаемой. Другими словами, плотность звезд в некоторых из этих галактик более чем в 1000 раз превышает ожидаемое значение. Например, существует удивительное богатство таких элементов, как кислород. Но если модель Большого Взрыва верна, то для того, чтобы это стало возможным, должно было уже образоваться по крайней мере 2 поколения звезд. Все дело в том, что в модели Большого Взрыва говорится, что взрыв не мог производить ничего, кроме водорода, гелия, лития и, возможно, следовых количеств бериллия. Таким образом, модель говорит, что для того, чтобы более тяжелые элементы, такие как кислород, существовали сегодня, сначала звезды должны были образоваться из водорода и гелия. Затем они некоторое время горели и создавали более тяжелые элементы с помощью ядерного синтеза, пока, наконец, не достигли конца своей жизни и не взорвались. Затем новые, более тяжелые элементы были распространены по всему космосу. Только после того, как все это произошло, могло сформироваться новое поколение звезд, которое могло бы включать в себя новые элементы. Изображения Уэбба показывают галактики, которые совсем не соответствуют ожиданиям астрономов-эволюционистов. Помните, Уэбб работает всего около года, мы видим результаты только первых нескольких исследований, то есть лишь небольшую часть того, что будет обнаружено и опубликовано в ближайшие годы. Вполне возможно, что зрелые галактики будут обнаружены еще на более дальних расстояниях. На самом деле ожидать этого разумно, поскольку нет никаких намеков на то, что мы приближаемся к предполагаемой эпохе начального образования галактик. Как отмечает астрофизик, профессор внегалактической астрономии в Манчестерском университете Кристофер Консалайс, мы не достигли предела того, где сформировались первые эллиптические и сферические объекты. Нам нужно будет исследовать еще более высокие красные смещения, чтобы выяснить, нет ли там сферических или дисковых галактик. Но у ученых заканчивается космическое время, в котором они могут искать этот предполагаемый период формирования галактики. По мере того, как Уэбб смотрит все глубже и глубже в космос, и таким образом, со светской точки зрения, все дальше и дальше назад во времени, остается все меньше времени после Большого Взрыва, доступного для формирования первых галактик. Этот кризис зрелых галактик нарастал с середины 2000-х годов, но теперь и Уэбб подливает масло в огонь. В креационистском сообществе многие из нас ожидали подобных открытий, но Уэбб добился результатов, которые даже лучше, чем мы могли ожидать. Итак, может это последний гвоздь в крышку гроба модели Большого Взрыва? Означает ли это, что светские астрономы паникуют, как утверждают некоторые статьи? Новые наблюдения, безусловно, вызывают некоторое замешательство в светском научном сообществе. Например, любопытно подметить следующие цитаты астрономов-эволюционистов, опубликованных в СМИ. Модели совершенно не предсказывают этого. Как это произошло во Вселенной в такое раннее время? Каким образом так быстро сформировалось столько звезд? Это выходит за рамки того, что предсказывали модели. Реальность просто сводит нас с ума. Никто не ожидал ничего подобного. Прямо сейчас я лежу без сна в 3 часа ночи, задаваясь вопросом, было ли правильным хоть что-то из того, что я делала. Да, цитаты знаковые, однако стоит отметить, что они означают лишь то, что эти астрономы не понимают, как их модели формирования галактик могут соответствовать новым наблюдениям. Но это не значит, что они ставят под сомнение саму модель Большого Взрыва. Может показаться странным, что ученые-эволюционисты не реагируют на эти данные должным образом. За очень немногими исключениями светское астрономическое сообщество принимает модель Большого Взрыва как факт. Большинство ученых не ставит под сомнение эту модель, потому что им это даже не приходит в голову. И похоже, что идее Большого Взрыва вручили мандат неприкосновенности и от нее не откажутся ни при каких обстоятельствах. Но заставят ли наблюдения телескопа Джеймс Уэбб пересмотреть модели формирования галактик, раннего звездообразования и так далее? Да, безусловно. Фактически этот процесс уже начался.
Наблюдения Уэбба настолько несовместимы со светскими ожиданиями, что кажется логичным подвергнуть сомнению более широкую модель, включающую в себя большой взрыв, которая и породила эти ожидания. Однако, как показывает практика, даже столь шокирующих результатов наблюдений Уэбба, вероятно, будет недостаточно, чтобы опровергнуть космологию Большого Взрыва. Предыдущие открытия уже фальсифицировали эту модель, но, увы, это ни на что не повлияло. Давайте упомянем несколько подобных примеров. Модель Большого Взрыва нарушает законы физики. Либо что-то возникло из ничего, что нарушает закон сохранения материи и энергии, либо всегда что-то было, что нарушает второе начало термодинамики, которое указывает, что за какое-то конечное время вся полезная энергия, пригодная для выполнения полезной работы, должна исчерпаться, и Вселенная перейдет в состояние тепловой смерти. Но мы ее видим вполне живой и полной полезной энергии. В любом случае, Большой Взрыв противоречит законам науки. Единственная космологическая модель, которая объясняет нашу Вселенную, а также согласуется с физикой, включает в себя творческий акт сверхъестественного Творца. Большой Взрыв требует введения инфляционного периода. Абсолютно надуманная история об инфлатоне, вымышленной частице, совершенно не связанной с физикой, которая была изобретена исключительно для того, чтобы уберечь модель от доказательств, которые в противном случае были бы для нее фатальными. Большой Взрыв требует идеи мультивселенной, бесконечного количества вселенных. Эта идея не только ненаучна, но и антинаучна, но светское сообщество все равно принимает ее, потому что она нужна для модели Большого Взрыва, чтобы хоть каким-то образом объяснить впечатляюще тонкую настройку законов физики и видимый замысел во Вселенной. Модель Большого Взрыва требует темной энергии, загадочной антигравитационной силы и, опять же, находящейся совершенно за пределами известной физики, которая была изобретена для защиты фундаментального эволюционного предположения, названного космологическим принципом, от опровержения научными данными. Хотя открытия Уэбба радикально противоречат светским предсказаниям о формировании галактик, эти предсказания скоро будут изменены, чтобы приспособиться к ним. По сравнению со всеми другими фатальными проблемами, которые есть у модели Большого Взрыва, и всеми ухищрениями, на которые пошло эволюционное сообщество, чтобы защитить ее, создание новых предсказаний ускоренного образования галактик будет детской забавой. Дальнейшая поддержка модели Большого Взрыва, несмотря на длинный список открытий, которые должны были ее похоронить, показывает нам, что это все не научная модель. Научные модели отбрасываются, когда против них накапливаются доказательства, но Большой Взрыв был защищен от этого. А все потому, что на самом деле это не научная модель, это идеология, это неоспариваемое убеждение, которого придерживается светское сообщество. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба был разработан, чтобы больше раскрыть нам устройство Вселенной. И уже в первый год своей работы он многого достиг в этом направлении. Попутно он открыл нам кое-что еще. Уэбб раскрыл пустоту современной космологии приверженцев теории Большого Взрыва, и мы увидели провал большинства ее предсказаний. Мы увидели полное несоответствие между наблюдаемыми данными и предсказаниями эволюционной космологии. Но самое главное, что мы видим Вселенную именно такой, какую мы ожидаем в результате творческого акта всемогущего Создателя, полностью зрелой с самого начала. Как написано в священной книге Библии, «Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее, на морях и на реках утвердил ее». Друзья, большое спасибо за просмотр. Если было интересно и полезно, помогите распространить эту информацию, чтобы как можно больше людей узнало правду. Не забудьте подписаться на канал и поддержать наше медиаслужение для создания новых видео. Мирного неба всем нам. Надеемся, до скорых встреч.